Добрый вечер, дорогие поклонники романтики романса. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы посвящаем нашу программу замечательному артисту, неутомимому пропагандисту русского вокального искусства, исполнителю старинного романса и лирической песни, который столь любим нашей публикой, в особенности ее прекрасной половиной. Когда он участвует в программе, можно не опасаться за рейтинг. Он будет высоким. Его восхождение на эстрадный Олимп началось еще в начале 90-х годов, когда выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства подготовил программу песен Александра Вертинского. И слушатели сразу же оценили тогда и самобытность его таланта, искренность, одухотворенность и особую исповедальность исполнения. Сегодня он признанный мастер. Ему подвластны многие жанры, от старинного романса, народной песни и произведений зарубежных авторов, до песен военных лет, церковной музыки. Его репертуар насчитывает более 500 произведений. У него множество наград и званий, где есть и такие всем известные, а есть и редкие. Например, он лауреат фестиваля «Глаз ангельский России». Он обладатель царско-сельской премии за постижение души русского романса. У него есть медаль святого первоверховного апостола Петра. Ну, перечислять можно долго, но не хочется отнимать время у зрителей. Пора насладиться его голосом. Итак, встречайте, заслуженный артист Российской Федерации Олег Погудин. Страна снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому, прямо за пристанью бьется волна. Ветреным вечером смолкнут крики птиц, звездный замечу я свет из-под ресниц. Тихо навстречу мне, тихо навстречу мне выйдет доверчивый маленький принц. Самое главное — сказку не спугнуть, миру бескрайнему сердце распахнуть. Мчится мой парусник, мчится мой парусник, мчится мой парусник в сказочный путь. Где же вы, где же вы, счастья острова? Где побережье света и добра? Там, где с надеждами, там, где с надеждами самые нежные бродят слова. Тебя выдумал, звездная страна, снится мне издавна, снится мне она. Выйду я из дому, выйду я из дому,
прямо за пристанью бьется волна. А какая трогательная, щемящая песня. Вы, наверное, выбрали ее не случайно, потому что вы тоже живете, возможно, в мире грез, навеянным еще Вертинским. И как романтик верите в то, что все сбудется, если этого очень захотеть. Я права? Я верю, что сбудется все, что должно сбыться. Я безусловно, я романтически смотрю на жизнь, на свою жизнь, на окружающую, даже когда, может быть, романтический взгляд не совсем правильный. Но я думаю, что спасение как раз в таком романтическом взгляде, чтобы мы не переставали ожидать чуда, чтобы мы не переставали раздвигать границы существования нашего такого обычного, бытового, до границ мечты, хотя бы нашей мечты. Мечта всегда возвышена, мечта всегда дает нам возможность пробиться сквозь пошлость, сквозь какую-то глупую печаль ненужную, а вот умная печаль, она нужна. Вот насчет мечты, вы знаете, у каждого из нас есть сказка жизни, конечно, особенно у натур творческих, и стремление к совершенству, но нередко это стремление сталкивается с суровой прозой жизни. Вот хотелось бы узнать, куда мчится ваш парусник, ваш парус такой одинокий на фоне стальных кораблей, и что для вас острова счастья? Это только красивая песенная аллегория? Слав Игоревич, это трудно в двух словах вам ответить. Дело в том, что вот хорошо было Остапу Бендеру и гениальному артисту русскому Андрею Миронову, который в этих словах «Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей», чудесных словах Кима, объединил и гениального, и трагического Лермонтова, и такой иронический взгляд начала 20-го столетия на то, что происходит в нашей жизни. Я надеюсь, что мой парусник идет все-таки туда, куда должен идти человеку, который всерьез относится к искусству, к художественному деланию. В то же время я стараюсь, чтобы он, знаете, вот есть такие корабли-глиссеры, они несутся, почти не касаясь. На воздушной подушке. Почти, но это не имеет отношения к паруснику, вот скорее все-таки это парусный корабль. Но вот над тем, что в жизни происходит иногда, я стараюсь проноситься, даже если необходимо опираться на что-то, но постараться вот не утонуть в этом. А что касается бурь, тут уж сталкиваюсь с ними, как любой парусник, когда приходится опускать паруса, иногда, может быть, даже рубить мачты. Главное потом восстановиться и дойти до гавани. И избежать рифов. Олег, ну вот в вашем плавании, я надеюсь, что все же вы не настолько одиноки, насколько тот парусник, и, безусловно, вас окружают друзья. Да, да, у нас целая армада, посмотрите. Я хочу вас спросить, какие они теперь, ваши друзья? Старые, новые, они с вами из страны, называемой детством, и мечтаете ли вы об этой звездной стране? Да, о звездной стране я мечтаю так же, как мечтал в детстве. И это здорово. То есть, сколько бы ни происходило в жизни разных событий, и счастливых, их, по счастью, больше. И каких-то трудностей, каких-то даже, может быть, драматических моментов. Все-таки мечта о счастье, она осталась такая же. А что касается друзей, кто-то остался из школьного времени, из детского времени, вот того времени, когда этот язык для нас был натуральным. Мы на этом языке ведь говорили честно. Но жизнь разводит нас, это вполне нормально, естественно, мы занимаемся очень разными делами, так что, наверное, самые близкие друзья со мной сейчас на сцене. И это может быть и очень серьезная часть секрета нашего успеха, что помимо творческой деятельности, так сказать, репетиции, концертов, существует еще и мощное взаимопонимание, и поддержка, и дружба. Это очень здорово. Спасибо. Что ж, для вас поет Олег Погудин. Причем меняются краски жизни, меняется и палитра нашей передачи. И вот сейчас вы увидите, услышите жемчужные краски новых граней творчества Олега Погудина, о которых доселе, может быть, многие и не подозревали.
m'ennuie. Je connais un coin dans Paris où l'on se rencontre entre amis pour faire une jam. Chacun prenant son instrument, qu'il soit d'accord ou bien avant, laisse parler son tempérament pour faire une jam. Comme je ne suis pas musicien, mais que vraiment j'aime ça, j'arrive ma femme dans mes manchons, tu ne rêves pas. Car quand on est dans cette ambiance, le moment n'a qu'une importance. La principale, c'est que ça balance pour faire un jam. Ba-ba-da-ba-da-ba-di-bo-da, tam-da-ram-ti-ba-di-bo-da. On dort dans l'éclair d'un instant, la notion du lieu et du temps, elle en oublie ses embêtements pour faire un jam. C'est l'heure de l'improvisation, des chœurs et des citations, car on se donne avec passion pour faire un jam. Nos scènes n'en trouvent pas normal, ces explosions de joie. Mais au fond, que fait-on de mal chantant? Tiré une lièvre de pain, en bras de chemise parce qu'on a chaud. En se donnant à fond les yeux, mais que le cœur plus se chauffe et mieux ça vaut pour faire une jam. Badabadabadabadikibouda, tamdaramkibouda. Nos peines, nos joies, nos ivresses, dans ce rythme se reconnaissent. Il faut la foi de la jeunesse pour faire une jam. La batterie roule, la basse craque, le piano chante, les cuivres attaquent. De toutes parts, les notes éclatent pour faire une jam. Quand on a le jazz dans le sang jusqu'au bout du doigt, et quand la brise 100% chante, tu ne rêves de pas. Des petits jours sur les trottoirs, les prétirés la tombe à faire. Comment regrette-t-on se séparant, ça du sang rempli d'espoir. Salut les gars, en ce soir pour faire une jam. Спасибо. Возможно, песни будут требовать некоторого комментария. И если сейчас прозвучала песня на всем знакомом языке, но следующая песня на языке, который знаком очень немногим в нашем отечестве, хотя когда-то он входил даже в программу обязательного образования гимназического. Песня эта тоже начало 20-го столетия. Называется она «Табакерка». История, безусловно, как во всяком романтическом произведении начала 20-го столетия, история о несчастной любви. Тимоти Харрис Софти Тинта Бакера Афуя Мэна Понера Эльки Скефти Киафусто Вахос Фарес Мама Канистера Тимоти Харрис Tinta bakera fti Kia fusta vafos Fares nama kalispera Timo di harises Tinta bakera fti Ты
them offices на доле нас примера. Кису густари панда нам эльтира нас. Кису змухайсас афтитир табакера. Я на муинике, то капни з маврах нас. Кисо з мухарисес, ахтитин табакера. Я на муинике, то капни з маврах нас. Песня, которая не нуждается в представлении. Единственное, что я сказал бы от себя об этой песне, наверное, это та песня, которая во многом в далеком уже 84-м году, когда я впервые увидел фильм «Дзефирелли Ромео и Джульетта», на мой взгляд, гениальный фильм, это та песня, которая во многом определила то, чем я буду заниматься дальше. Я до сих пор нахожусь под ее очарованием, я до сих пор по этой песне сверяю и какие-то свои успехи или неуспехи. Во всяком случае, постоянно к ней обращаюсь, как и к другим прекрасным музыкальным творениям Нино Рота, но в особенности именно к этой песне «Менестреле» из кинофильма «Ромео и Джульетта». Along, sweeter than honey and bitter as gall, love is a past and it never will pall, sweeter than honey and bitter as gall. Does your
dies a far rest might. Олег, мы сейчас услышали произведения зарубежных композиторов, и это, я считаю, прекрасный повод поговорить о ваших заграничных поездках, коих было великое множество. Насколько я знаю, по окончанию театральной академии вы стажировались в Соединенных Штатах Америки по линии Американского театрального института и выступали на сцене Линкольн-центра. Если я правильно говорю, то это было уже, наверное, около 20 лет назад. Это было больше 20 лет назад, это было в 89-м году, но, говоря, вы стажировались и вы выступали, надо отметить, что все-таки я был там не один, это был, студенческий обмен театральных школ, тогда наш институт, Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, так он тогда назывался. Вот 20 ребят оттуда стажировались в Америке, это была программа, посвященная американскому мюзиклу, там были номера из знаменитых мюзиклов «Висайская история», «Скрипач на крыше», «Шахматы», не помню, там «Sweet Charity», «Сладкая милостыня», и несколько «Hello, Dolly». И вот это все действительно происходило на сцене Линкольн-центра. Начало 90-х годов — это время такого, знаете, счастливого детства. И оно с моим артистическим началом, с моей артистической юностью совпало. У меня в этом смысле очень удачный старт. Ну вот сегодня ваше имя хорошо известно не только в России, но и за рубежом. А вот кто ваша аудитория там? Кто заполняет залы? Ну, эмиграция, это понятно, они обуреваем ностальгией. А я имею в виду вот коренных иностранцев, так сказать. И какая страна наиболее, вот по вашим впечатлениям, чувствительна к русской вокальной лирике? Где-то до конца прошлого века, звучит так масштабно, да, то есть до 2000-х да. годов, нас тогда воспринимали в первую очередь коренные жители, там, не знаю, Италии, Германии, Швеции. Вот, но, как ни горько, в общем-то, огромный поток эмиграции из нашей страны до сих пор, и постепенно в больших центрах европейских, если будем говорить о Париже, Берлине, Риме, даже в Стокгольме, постепенно набралась аудитория соотечественников. И вот сейчас все вот это десятилетие прошедшее, мы много выезжали в Европу в основном. И много выступали, но, в принципе, это фактически родная аудитория. Это люди, которые тоскуют по русскому языку и русскому языку, выраженному в музыке. Собственно говоря, чем великолепна и универсальна вот такая песня лирическая и русский романс, в особенности городской русский романс, что это мелодизированный, спетый русский язык, о котором, конечно, люди, тем более, там достаточно большая иммиграция людей, вполне образованных, высокого культурного уровня, по которому они тоскуют. Вот. А самая большая победа – это когда для людей, которые в зале, которые не знают русского языка совсем, не только не являются носителем, но и не знают его, когда для них открывается мир русской художественной мысли. И вот романс, опять-таки, в этом смысле замечательная совершенно вещь, потому что смыслы там не тяжелые, они не обременены какой-то глобальной философией, но романс поэтичен, романс красив, и иногда он поднимается до уровня гениальной поэзии. А вот на скольких языках вы поете? Английский, немецкий, французский, итальянский, греческий, испанский, не забудь, греческий, грузинский, шведский, португальский, но украинский. Ну, я думаю, что всего не упомните. Да. Отдаем сцену вам. Сцена ваша. Хорошо. Hast du so traurige Augen, Domino, Domino? Weine nicht, wenn die Menschen nichts taugen. Das war immer so und das bleibt auch so. Domino, sei doch froh, auch für dich kommt das Glück irgendwo.
ярлок твоем солдаты ферзи, мальмаский стек, дромеркен кайнерми. Колумбина, Колумбина, nur durch schaute ihm sofort, denn sie trat vor ihm hin und sie bot ihm den Arm, ja, da war es sogleich und das Herz ihm so warm. Colombina, Colombina, sang ganz leise ihm ins Ohr, Domino, Domino, warum hast du so traurige Augen? Domino, Domino, weine nicht, wenn die Menschen nichts taugen. Domino, sei doch froh, auch für dich hat das Glück irgendwo. Fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand je te tiens dans mes bras, je ferai le tour du monde, ce ne tournera pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde, m'étourdir tant que toi. On se connaît bien tous les deux, quand on est ensemble nous deux, quel bien on a tous les deux, quand on s'aime comme nous deux, on pourra changer de planète, tant que j'ai mon cœur près du tien. J'entends les flanflans de la fête, et la dernière pour rien. Ah oui, parlons de la terre, pour qui elle se prend la terre, ma parole est qu'elle sur la terre, et à quelle pour faire tant de mystère, mais pour nous y a pas de problème. Car c'est pour la vie qu'on s'aime, et s'il n'y avait pas de vie même, nous on s'aimerait quand même. Tiens, fais tourner la tête, mon manège à moi c'est toi, je suis toujours à la fête, quand je te tiens dans mes bras, je ferai le tour du monde, ça ne tourne pas plus que ça, la terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir tant que toi. Ça, la terre n'est pas assez ronde,
mon manège à moi, c'est toi. Мы достаточно сейчас представили песню, написанную не на русском языке, написанную не в русской традиции, хотя, когда говоришь о лирической песне, о традиции какой-то совершенно отдельной говорить сложно. Вот если говорить о песне эстрадной, тем более о песне французской, мы ее любим, может быть, прежде всего, потому что она очень родная. Интонации очень близкие, интонации знакомые. Они часто перетекали, в том числе и в русские песни. Я хотел бы сейчас спеть песню, которую очень люблю, которая может звучать на самом деле настолько же на итальянском или французском, или даже английском языке, как и на русском, потому что тема это, как всегда, тема любовь, как всегда, это разговор о самом сокровенном, как всегда, это разговор достаточно простыми словами, но на прекрасную мелодию. Песня эта была в свое время бесконечно популярна, собственно говоря, фильм, в котором она звучала, был любим людьми. А вот если фильм мы сейчас вряд ли пересматриваем часто, то песня эта звучит все-таки нередко, и мы ее слушаем с тем же наслаждением, как и наши родители и деды. Как мы увиделись с тобой, сердце радости надежду я нашел. По-другому и живу я, и дышу. С той поры, как мы увиделись с тобой, милый друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Точно звезды светят ясные глаза, отражается в них вечер золотой. Над прохладною и чистою водой точно звезды светят ясные глаза. Друг, наконец-то мы вместе. Ты плыви, наша лодка, плыви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой любви. Сердцу хочется ласковой песни и хорошей большой.
Олег, когда мы обсуждали с вами программу сегодняшнего вечера, вы сказали, что хотите завершить его произведением Исаака Шварца. Да. Этот замечательный композитор подарил звездные билеты не одному поколению артистов и сыграл важную роль в вашей творческой судьбе. Более того, кажется, он вам предоставил привилегию, какой не удостаивался ни один певец, а именно он дал право исполнять любую свою песню, какую только захочет Олег. И это же действительно дорогого стоит. Вы часто бывали в доме Исаака Иосифовича. Вот каков он был при личном общении? Как складывались ваши творческие отношения? Мы знакомы были с Исааком Иосифовичем достаточно давно, но, к сожалению, встречи были очень нечастыми. И запоминающимися. Он говорил очень добрые, очень хорошие слова. Я даже не буду их сейчас цитировать, потому что это было бы не очень скромно. Важно вот что, что я-то, собственно говоря, рос в его песнях. И я не знаю, для меня музыка Шварца – это вот такое конгениальное продолжение русского романса. Причем сочетание традиции настоящей живой, вот той самой души, о которой мы с вами говорили, да. Души жанра, с современностью. Причем Исаак Васильевич прожил долгую жизнь, и современность для него это все-таки без малого, больше, чем полвека. Вот. Одну вещь все-таки скажу, потому что Исаак Васильевич говорил это неоднократно, у меня даже это, в общем-то, записано в его автографе. Вот он сказал как-то: «Олег, песню «Любовь и разлука» вы поете идеально». Вот это действительно бесценно. Я сейчас... Спасибо. Тем более, что тут стихи Окуджавы. Вообще, это два конгениальных творца. С Булатом Шаловичем мне не довелось встретиться, к сожалению, при жизни. Это для меня тоже бесконечно дорогое имя. Этот тандем творческий создал более 30 песен и романсов гениальных. И они все остались в истории до сих пор. Да. Их будут петь еще долго и долго. Даже когда фильмы некоторые забудутся. Даже когда забудутся фильмы. А, кстати, некоторые фильмы забылись. Ведь Исаак Иосифович написал музыку более чем к 100 там, с лишним фильмов. Я не знаю, включая, у него есть и «Оскар», в том числе, за... И «Треники». Фильма. Да, да, вот о чем я хочу сказать. Что я к этим песням всегда прикасаюсь к какой-то, знаете, такой вот любовью, как прикасаешься к, не знаю, с чем-то сравнить, к роднику. Вот они при определенных обстоятельствах лечат. Они лечат от какой-то вот такой замыленности, от какой-то суеты. Они великолепное лекарство от пошлости. Вот. Эти песни для нас бесконечно дороги. Итак, нетленные песни и романса Исаака Шварца. Поет Олег Погудин. С детских лет поверил я, что от всех болезней Капеледонского короля не найти полезней. И с тех пор горит во мне огонек той веры Капеледонского короля. Пейте, кавалеры, капли датского короля. Пейте, пейте, кавалеры. Капли датского короля или королевы — это крепче, чем вино, слаще карамели и сильнее клеветы, страха и холеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Рев орудий, посвист пуль, звон штыков и сабель растворяется легко в звоне этих капель. Солнце, май, Арбат, Львов, выше нет карьеры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Слава головы кружит, власть сердца щекочет, грош цена тому, кто стать над другим захочет.
Укрепляйте организм, принимайте меры. Капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Свет я обошел, но нигде на свете мне, представьте, не пришлось встретить капли эти. Если ж вам вдруг повезет, вы тогда без меры капли датского короля пейте, кавалеры. Капли датского короля пейте, пейте, кавалеры. Никогда зимы долгие лета, у них разные привычки и совсем не схожий вид. Не сойдутся на земле две дороги таета, та натруживает ноги, это душу бередит. Эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги таета. Та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Хоть разбейся, хоть умри, не найти вернее ответа. И куда бы наши страсти нас с тобой не завели, неизменны на земле две дороги таета, без которых невозможно, как без неба и земли. Эта женщина в окне, в платье розового цвета, утверждает, что в разлуке невозможно жить без слез, потому что перед ней две дороги таета. Та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез. Потому что перед ней две дороги таета, та прекрасна, но напрасна, это, видимо, всерьез.
Спасибо. Спасибо. Еще он не шит твой наряд подвенечный, и хор в нашу честь не споет. А время торопит возниц обеспеченный, и просятся кони в полет. И просятся кони в полет. Ах, только бы тройка не сбилась бы с круга, бубенчик не смолк под дугой. Две верных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Две верных подруги, любовь и разлука, не ходят одна без другой. Мы сами раскрыли ворота, мы сами счастливую тройку впрягли. И вот уже что-то сияет пред нами, но что-то погасло вдали, но что-то погасла вдали. Святая наука расслышать друг друга сквозь ветер во все времена. Две странницы вечных, любовь и разлука, поделятся с нами сполна. Дольше живем мы, тем годы короче, тем слаще друзей голоса. Ах, только не смолк под дугой колокольчик, глаза бы глядели в глаза, глаза бы глядели в глаза. То берег, то море, то солнце, то вьюга, то ласточки, то воронья. Тебе вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое. Две вечных дороги, любовь и разлука проходят сквозь сердце мое.
Спасибо. К сожалению, все, даже хорошее, когда-нибудь заканчивается. Вот подошел к концу и этот чудный вечер, который подарил нам Олег Погудин. И я убежден, что мы еще не раз услышим его на сцене романтики романса. Дорогие друзья, до новых встреч! Всего вам доброго!